Если вы думаете, что художник – это такой одухотворенный человек, который весь в себе и постоянно пишет какие-то картины, то вы ошибаетесь. Совершенно не таким был Микеланджело Меризи да Караваджо. И просто Караваджо. Он постоянно участвовал в каких-то драках и поножовщинах, постоянно где-то скитался и сидел в тюрьмах. Но каждый раз его вытаскивали могущественные покровители, которые спасали не только его жизнь, но и давали работу. И именно благодаря этому до нас дошли его произведения. Череда неприятных событиях, в числе которых было убийство высокородного вельможи, привели его на Мальту, где он несколько лет работал для Мальтийского ордена, после чего было направлено письмо папе римскому с просьбой о помиловании. Банально, умер он не от ножевых ранений, не от побоев, а всего-навсего от стафилококка. И когда только ты, Борщов, все успеваешь? И в фонтаны нырять, и на танцах драться? Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете еще очень много интересного из мира искусства.